Ой, поехала все-таки на Семеновское озеро, а что-то здесь кругом заборы. И как туда пройти, не знаю. Ладно, пойду дальше. Ну вот, пришлось мне еще остановку целую шлепать. Вот, а чего мне не сиделось-то дома? Я сегодня, пока вот этот днем искала, фурнитуру эту находилась, устала. Думаю, ладно, не поеду на Семеновское. А потом прочитала комментарии. И Люда там Долинина пишет, что смотрела, выглядывала знакомые места, улицы. Думаю, нет. Поеду. Тем более сегодня тепло. Ну вот, приехала на Семеновское озеро. Тут такой парк сделали. Ну, я сегодня-то не пойду там во все места. Так, похожу. Ой. Саночки детишков возят. Вот деревья все белые. Здорово. Вон там Алёша стоит, но его не видно. Я к Алёше обязательно съезжу. Сейчас, когда посветлее будет, более солнечно. А то в таком тумане его и не видно. Вот это Семеновское озеро, просто не видно. Сейчас в темноте, да, оно замерзшее под снегом. Вот там вот Алёша, ну. Вот он там стоит огромный. Схожу потом к нему. Лапландия, дворец пионеров бывший. Вот. А это все озеро. Там аттракционы, там и колесо обозрения. Ну, не знаю, дойду я туда. Ну, попробую. Хорошо, снежочек нападал. Побелей стало. И очень люблю, когда вот такие деревья. Четыре с половиной года назад этого не было ничего. Такой вот Мурманск я обожаю. Когда вот так тихо, тепло. Снежочек такой мелкий идет. Еще забором обнесено, не доделано. Ой, я лохушка.
А я оттуда не увидела, что здесь люди вон проходят, выходят на дорогу. И целая остановка шлепала. Ну вот, что сделаешь. Вот там колесо обозрения светится. Вот она, Лапландия, уже поближе. Вон там корабль какой-то светится. Надо идти. Ой, прям сказочный лес. С мальчишками приехать сюда на выходные, как будет не холодно. Ну вот, опять музыка. Да. Ой, корабль-то какой. Мурманск в моем сердце. Такой здоровый корабль. А вот эта вот избушка, это не просто так. Сейчас будет крещение, народ будет тут в проруби купаться. Ой, и желающих столько. Нет, я один раз купалась на крещение. Больше... Что-то у меня нет желания такого. Ну ладно, теперь ведь надо назад идти. Ох, и находилась я сегодня за день, мои дорогие. Ой. Может, хоть спать буду. А то он сегодня ночью в 2 уснула. 4:30 проснулась, и все. Люди, оказывается, по мосткам обходят этот забор. И мне надо до остановки дойти. Ну вот, только что был сказочный лес. Опять город. С транспортом, с народом. Ну вот, сходили мы с вами, посмотрели парк на Семеновском озере.
Так что задачу сегодняшнюю я выполнила. Ой, устала, как та собака. Ой, пока, мои дорогие. Пока, я вас люблю.